Так ты чё, так чё? Мамка заставит спать. Может. Придет и скажет: я Литва, а ты Московия, ложись спать. Ложись на спину и раздвигай ноги. Ты никогда не проснешься. Нет, или ложись на спину и раздвигай булки. Ой, нет, точнее, да, ложись на живот и раздвигай булки. Что, уже серия началась? Я никогда этих еретиков не обращу. А у меня серия началась уже, и моя. Я там в самом начале серии рассказывал про чьи-то булки. Детские булки. Легитимность уменьшится на 25 или стабильность на лета. Легитимность будет. Вы посмотрите, святой творит чудо. У меня есть святые. Да. Прикиньте, мне святой дал плюс одну стабильность. За это я люблю Иисуса. Прикинь, такое в реальной жизни. А мне святой дал плюс одну стабильность. Вась, это ты делаешь? Вась, что молчишь? Мы с тобой общаемся вообще-то. Не разговаривай с людьми, это признак аутизма. 533. Вы в Европе, в другой, да я чего вам мешать? Зря. Ну вот ливай тогда из скайпа, что ты сидишь? Общайся. Я вынужден, ну нет, вернее, я нуждаюсь в общении с тобой. Ну так я бы общался, просто мрамор только говорит. Прибивать его некрасиво и неуважение к человеку это. Так, пацаны, пауза, у меня какой-то крутой ивент. Народ Англии исторически жил на земле в общинной системе. Основная часть населения составляла фермеры и арендаторы, привязанные к земле и редко пожидающие место своего рождения. А, покидающие там, наверное, написано. Та-та-та, с развитием торговли и аристократии стало выгоднее за крестьянскую землю. Что-то там привели к оттоку населения в города и развитию индустрии. Реформировать ли или не реформировать ли? Ой, у меня нога текла. Ой. А, так, так. Стабильность минус один. И будет плохо все. Так, так, так. Одновременно это привело к росту числа бедняков, идущих на... Ну, тогда не буду реформировать, плюс стабильность будет. Ладно, так уж и быть. Все, Виктор, я теперь богатый. Спасибо тебе. Надо было это заскринить, походу. Астрахань. Какая большая Астрахань. Да. Какой маленький Крым. Я там был в Астрахани. Какой маленький Крым и какая большая Астрахань. Кто-нибудь был в Астрахани? Если были, напишите. Я периодически читаю комменты. Никогда. У Виктора именно, у себя я каждый коммент читаю. И не отвечаю на них, потому что кто-то пишет полную херню. Врагони протестанты появились. Вылетел ивент на протестанты в Арагоне. Англия. Как бы нам с тобой немножко подружиться? Привози женщин. О, Ахин. Религиозная война. Что ты от меня хочешь вообще? Чтобы ты принял союз, а потом мы с тобой его сразу разорвали. Зачем? Просто так. Просто так ничего не бывает. Ты хочешь меня аж подставить? Нет, я хочу выполнить квест. Ничего, я тебе не верю. Посмотри на квест, который я выполняю, убедишься. Rival. Отдавай деньги мне тогда за то, что я принял союз. Давай я разорву с тобой союз. Ну, в принципе, можем повисеть в союзах, ничего страшного. Можем разорвать. А, ну вот. А что, я тебя буду втягивать в свои войны, ты меня в свои надо будет заключим. Только у нас сейчас дебаф по отношениям, конечно, будет. Вот Валахия изменится. Мне кажется, что кто-то уже не сможет захватить Валахию, потому что ее захватит Молдавия. Молдавская ночь. А что там, Молдавия сильная? Да, как-то примерно. Молдавия, ну она такая, знаешь, три провинции, там, Бендера, Бессарабия, Молдавия. Бендера. Теперь Кастилия обратит неверный завоеватель Ливан. Левант. Так, давай хорошо. Кастилю давай. Какие-то ивенты за Молдавию, интересно. Никаких, я думаю, они не пробатывали. Оху, вот это мне подарили. Чё? Я не скажу. Хотя нет, есть там не скажу, что. Молдавия. Угадайте, деньги. Что могли подарить так много, как только нужно? Да. Деньги. Стабильность. Да, 700, почти 800 монет. А, ладно.
Кто тебе подарил-то? Дворянское семейство? Ивент. Да, ивент. Это я тебе подарил на самом деле. Да, ну спасибо. Под видом дворянского семейства. Ну, я же говорю, я хочу остаться анонимным. Так много денег мне еще никто не дарил. Я растроган. Я богатый, согласен. Это повод для войны, он богатый. Я богач, ты никто. Вот сколько у тебя дохода? Сейчас? Плюс 14. А у меня плюс... Так, сейчас посмотрю. У меня плюс 20.96. Ты просто всю армию в ноль убрал. Нет, я тебе немножко обманул. У тебя просто две точка. Два точка. Че, мамка там зовет? Виктор, ты слышишь меня? Да. Ведь, слушай, идеальный звук просто, да? Чистый, прям без помех вообще слышишь? Или у тебя есть помехи? Ну, на фоне небольшие помехи есть, но так вообще хороший звук, а что? А у меня вообще помех нет. Такое ощущение, что я разговариваю с тобой один на один. В чат рулетки. Нет, а я говорю, нам надо все, Майнкрафт начинать снимать. К сожалению, вам придется немножко продолжить без меня. Ты уже уходишь? Да. Ой, а как же он все твои провинции корабли продаст? Я буду мучиться во сне, когда буду вспоминать об этом. Ну ладно, давайте пока. Да не мучайся ты, я тебе советую перед сном это пофабриковать. Ладно, мы сохранимся, чуть-чуть продолжим, а потом с тобой доиграем. Чисто чтобы серию дописать. Остались мы вдвоем, верные своему призванию летсплеера. Да, мы вдвоем и Вася. Вась, ты тут? Просто слушаю вас, не могу оторваться. Это как наркотики какие-то. Верный нашему призванию. Я же знал, что Вася всегда с нами. Так, а где можно получить одну голду? Нигде, что ли? А почему так нельзя одну голду получить, только пол голды? Мы Майнкрафт, и на YouTube тебе голда будет приходить. Да, я тоже думаю, надо Майнкрафт начинать снимать. Времена нынче трудные. И поставь на Европу универсальность. Да, мод на Майнкрафт. А чё, Майнкрафт хорошая игра вроде, но что-то я это... Не особо-то люблю Майнкрафт, конечно. Все деньги я потратил, ну ладно, зато постройки построил. Ты все деньги потратил на лицензию Майнкрафта. И что я хотел? А я хотел объявить этой маленькой бедной Сирии войну. А что это? Сирия, это какая-то. Где она? Я знаю, где она должна находиться в реальной жизни. А где она? Она фиолетовая такая вот, да? О, она с кем-то союз заключила. Она кого ты там? С Каюнлу. А у меня с ними... Давайте посмотрим. Дипломатия. Каракаюнлу вступит в эту войну. Вася, там чат. Рулетка. В принципе, не буду трогать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие повстанцы жестокие у меня тут появились. Надо подтягивать резервы, чтобы с ними разобраться. Нужно подтянуть портки. Да чё, как-то Европа медленно развивает. Ты посмотри, 1515 год, почти ничего не поменялось. Кроме Туниса, Забиест и, типа, Османская империя, Стронг. И все, смотри, почти ничего не поменялось. Да? Как это ничего? Франция, the best. Так она и всегда была the best. Самая сильная страна в Европе, Универсалис 4. Литва расширяется. Так она такая почти и была, а чё он там приобрела три провинции? От Московии, лол. Матья. Кажется, Евгений оставил след бесследно. Его просто невозможно убрать уже. Навсегда. Безуследно. Фабриковать. Да и Женя просто профессионально сыграл за Московию, в общем-то. Сейчас поплывем, короче, в Америку, я уже задолбался в Старом Свете сидеть.
пойдем это индейчик. Как-то индейчик. Тебе нужны индейчики? А тут просто мегамонстр. 11.6.2, а у нас 17.04. Без кавалерии нам туго будет. А где моя кавалерия? Cavalry ready. Чё стоим? У меня какое-то музло такое играет, бодренько такое прям. Как называется? Торговля на полуострове. Прикольный перевод. Прикольный перевод, да? Торговля на полуострове. Песня называется. Но пока что подавляю врага, хорошо. Я строю какую-то хрень. Я не знаю, что хочу добиться. Короче, походу, наверное, пару рынков построить, наверное. Бруней была объявлена банкротом, а ты хотел за нее играть. Ну, так я за говно не играю. Она стала банкротом. Так это потому, что не мудрый правитель ей руководит, такой, как я. А вообще, за азиатские страны, причем за маленькие двухпровинчатые, как куль, не весело играть. Тем более на третьей скорости. И мне он за Англию на третьей скорости надоедает, тем более мы на второй играем, а не на третьей вообще. Не, согласен, это медленная скорость. Особым любителям можно на такой скорости еще успевать делать еще что-нибудь, например, математику. Значит, это Epic Battle. Это некрасиво. Epic Battle? Я бы не сказал, что здесь Epic Battle. Здесь Disney France Strong просто. Да прям в моду скорее. Ты как обычно, хочешь успеть все и одновременно ничего. Мрамор, тебе нужно поставить мраморную статую. Лол. Танка. Слишком дорого. Кастилия меня призывает против Арагона и Франции. Ой-о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 й
Франция гарантирует независимость Арагона. Независимость, шикарная. Короче, мне нужно флот спрятать. А ты собрался присоединиться? Ну я же не хочу потерять добро и позитив. Слушайте, а сколько там флот? Подожди, сейчас серьезная война. Так, флоты Франции. Хантюзи. Где там у нас Франция? Подождите, я бы, конечно, поддержал Францию и Арагон денежкой, но мне невыгодна сильная Франция. 10, 16, 12, да? Так что я, наверное, кидать им денежку не буду. А вот, блин, бодрый флот. У этой бодрый флот, у Франции. Так, надо все спрятать. Здесь все спрятано, здесь все спрятано. Я бы на твоем месте наоборот повоевал флотом, если у тебя флот сильнее. Не морские сильнее. Традиции надо поднимать. А Кастилия и Португалия в этой войне же участвуют? Португалия, но они участвуют. Проблема в том, что мой флот находится на консервации. А то, что Португалия не участвует, это, конечно, плохо. Да, ну смотри, слушай. Короче, Франция сейчас будет best. Баскония уступит провинцию Калуга Литве. Передаст национальной провинции. Воу-воу-воу. Слышь, посмотри на Басковию. Слышь, можно я пророчу? У меня в игре, когда я играл в одиночке, точно такая же Московия была. Чисто такая же. А потом Ливонский Орден начал мочить всех. Диве придется сменить страну. Опять бежал правитель. Легитимный Янукович. Так, вернулся домой, готов к свершениям. Кастилька. А у меня квест на Кастилью. Хорошо, Кастилья, так и быть. Я даже попробую тебе что-то там. О, ЦБ и работает. Вроде бы. Что-то там Вася насваивал, ничего-то. Мы делаем что-то, он делает еще что-то. Так.
реплейсер женских тел. Стандартные скорее не очень. Вася там свой летсплей снимает, походу, я просто не понимаю. Вася, ты свой летсплей снимаешь, да? Да не, не потянет. Ты взял нас для фона. Короче... Призыв о помощи в войне, если на них нападет другая держава. Слышь, а ну. Тут, короче, Францию ставят на колени. Францию ставят на колени? Нет, Франция ставит на колени. Че, у вас? Я-то не участвую, мне вообще насрать. Я сам за себя. Хотите, плывите, не хотите, не плывите. Я просто поддержал как бы союз Кастилии, я думаю, что она будет стронг когда-нибудь. Так, интересно, сколько же ей надо подарить для того, чтобы... Ну, это скорость дашь? Сейчас, подожди. Ого, это чтобы улучшить хоть чуть-чуть мне с ней отношения, мне ей нужно просто расцеловать. Вот задницу. Я озвучил. Как говорил Рима, с бороду. Анальная. Нет, понимаешь, просто бороду всем целуют. Анальную бороду. Нет, просто бороду. А вот он. Рад. Так, что здесь? Ай-яй-яй-яй, влияние сделать, аннулировать гарантию, да. Надо снимать этот квест, я его не выполню. Какое? Какое? Улучшить квест? Отношения с Кастилией. До максимума. Не получится никогда. Я не христиане, они твой соперник. Они православные. Да у чё моя армия тут отдыхает? Надо религию уже менять что-то. У меня денег нет, чтобы сменить религию. Стабильность уменьшится или до 26-го эффективность торговли и доход от налогов. Это слишком дорого, конечно. У меня, знаешь что, у меня инфляция как в России прямо. Турбо высокая. Англия, ой, Франция делает больно. Будет президентом России. Кто? Президентом России. Не, не согласен. Я тоже. Это слишком сложно. Для меня, по крайней мере. Может быть, для кого-то легко. Но, возможно, для кого легко управлять страной, тот хреново правит. Не всегда так. То есть хочешь сказать, что страной править легко? Как тебе сказать? Организация многих и организация одного – это вопрос организации. То есть, в принципе, страной управлять не так уж и сложно, если ты действительно управляешь, а не думаешь только о своих интересах. Больше денег, больше батонов золотых. Я обожаю золотые батоны. Как же интересно ставить моды на Skyrim. Вася на своей волне, короче. Появляется. И пока ты ее решаешь, прям вообще реально, это как хардкор в играх. Проблема? Ну да, когда решаешь эту проблему, это интересно. Что ты ее решил. Получилось, но решил. Ну вот, то же самое проблема с установкой модов на Medieval. Потому что там же... Там же тоже часто бывают проблемы какие-то. Легко, если на пираток ставить. А на лицуха кто-то капец просто ставит. Вот я хочу поплыть в Америку, мать. А Немо поплыл в Германию. Слышь, смотрите, в Москве там опять с Новгородом воюют. Я не понимаю, что в Москве. Она упоротая, что ли? Она пытается вернуть себе то, что потеряла? Ага. У Немо упоротый баллист, который стреляет мимо. В его сериях за вандалов. Так, рейтары можем открыть. Рейтары. Мрамор, ты смотри. Нахождение Немо.
Нет. Я тебя разочаровал? Нет, его собачки обидятся на тебя. У него есть 30 собачек. Нет, что? Ну, собачки обиделись. Ну, отлично. У меня есть 14 негров. А у него есть вандальский такой вождь. О, три. Прям целовать хочется. Кто вас научил целовать бороду? Неужели Римас? Да, Римас. Римас именно он. Что ж за влияние такое, ну? Пагубное, да? Целовать борт. Какой-то... Как будто вам женщин не хватает или чего? Экзотики, походу. Экзоэротики. Плохого. Просто же... Экзоэротика. Отлично. Это просто. Оскорбить тимуриды. Ну что, показать Франции, кто бог морей? Покажу, покажу, Франция. Кто бог морей? Дипломатия. Ты хочешь увидеть, да, кто здесь стронг? Ну давай. Польша стронг. Она хочет увидеть, что я могу. Давай, Франц. 38 тысяч против... Твои 38 против моих 56. Ой, ну это можно будет взять. Созвать дипломата, раз улучшили отношения. Блин, надо в Скайриме сделать Геральда. Геральда надо сделать. Есть такой мод. Да не, прям сделать такого... Имперца, лучше всего имперца, и потому что у них хорошая... А Милан проиграл Арагону. Угу. Ой, француз плывет карать. Сейчас пойду я покараю француза. Короче, просто здесь такого бретонца, как бы, и... Просто так у них... Есть модификация Геральт, реальный тебе Геральт. Да не, как бы хочется похожего, но не Геральда. Просто чтобы он мечом бил и с магией другой руки. Кстати, еще мод на отбивание ударов. Вот смотри, Виктор, у меня в левой руке огонь, в правой меч, но при этом, чтобы я мог отбивать удары. Или на тому магию. Пауза. Быстро. Пауза, мать его. Да что ты паузу поставь, что ты там отжимаешь? Виктор, можешь же... Кто отжимает? Ты мне можешь сейчас флот слить. Я, что-то у меня это... Короче, что-то... Походу, я не бог морей. Виктор, можешь же быстро убрать магию и отбить, да? Или как? Чего-чего? Я вот думаю, есть код, который позволяет отбивать удары, при этом магии кидаться. Там же, если магия в одной руке, ты не отобьешь удар мечом. Не отобьешь, в смысле, не блокируешь? Да, не блокируешь, потому что рука занятая. Так, чтобы он быстро... Да, да, рука занята твоей пиперкой. Мрамор, как всегда. Вася этого не поймет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восстаний. Кажется, это у меня сейчас будет... Кажется, мои деньги когда-то помогали кому-то. Да я не спонсирую, у меня самого денег нет. Ах ты ж, я тебя сейчас залево. Ну ты... Да это не я, я этого не делал. Нет, 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 нет. Теперь я точно... Ого, какие они свирепые. Да я шучу, ну можешь у меня на серии посмотреть, что. А это уже не имеет значения никакого. Да мы все равно это... Это получилось... Переигрывать будем. Ага, ну а зачем мы снимаем тогда? Ну чтоб серия была хотя бы минут 24. Ну в принципе можем закончить сейчас. Да смысл дальше играть, все, стоп. Да.